главной площади Цокола. Готовятся к празднику. День независимости Мексики, который состоится завтра, 16 числа. Вот с того балкончика будет выступать президент Мексики. Завтра здесь будет огромный концерт. Прямо сейчас такое движение. Здесь организовали специальные сцены. Очень много людей. Что-то подобное я видел на Новый год в 2017 году, когда был здесь, отмечал Новый год в Мексике. Сейчас я пробираюсь к сцене. Но самое интересное будет завтра. Я, конечно же, буду здесь. Сделаю много нового видео. Площадь Цокола разделили на много секторов. Закрыли метро. Что тут такое творится невообразимое. Мексиканцы любят праздники. Этого у них не отнять.